Столкновение возле Львовского горсовета. У ратуши собрались радикально настроенные активисты. Они пытались прорваться на сессию, но представители муниципальной варты их не пустили. В результате стычки повреждена парадная дверь в мэрию. Ее едва не сорвали с петель. Активисты пустили в ход дымовые шашки. Так они требовали вывесить на всех одних зданиях красно-черные флаги. Депутаты это требование не поддержали, но обязали обслуживающий персонал города общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Переходить на другой любой язык можно, но только по просьбе клиента. За нарушение грозит штраф 170 гривен.